Вот он у нас кирпичик ХЗ. Я думала, у него что-то с глазами. Но нет, это он просто, видимо, был лохматый, и у него перышки так это закрывали. А так все нормально у него с глазами. Вот. Надо бы тебя взвесить. Сколько ты весишь, чудище? Хороший такой кирпич. Не-не-не, я тебя не выпущу сейчас. Пойдем взвешиваться. Да? Взвешиваться нам будут мешать. Лучик, тебя надо где-нибудь запереть. Да? А то он стукнет, хз. Уходи давай. Сто семьдесят восемь грамм. Есть такой канал в Ютубе, где дяденька ходит и типа собирает птичек со всяких сучков, там, с пенечков, которые лежат на спинке. Так вот, это предварительно он этих птичек ловит, а потом укачивает, вот так, как я сейчас сделала с ХЗ, кладет их и типа снимает видео, что... Ой, он птичку нашел лежащую. Это фейковые видео, постановочные. Так можно, в принципе, любую птицу укачать ее и положить на спинку. Есть там какое-то время, когда она будет лежать и не шевелиться. Вот. И как только ее там потрогаешь или перевернешь, она тут же приходит в себя и улетает. Вот. Так что это все постановка, не ведитесь. Так, в принципе, очень легко делать. Птичкам вреда это не приносит. Другой вопрос. А для чего и зачем он их ловит? Это у нас лучик тут. Ай! Все. Вот. Другой вопрос. Для чего и зачем он их ловит? Луч, у тебя нормально? У меня сейчас прекрасная прическа. Это из-за влажности на улице. Я сейчас там долго ходила. Пойдем. А еще капюшон постоянно одеваешь, снимаешь. Ой, он у меня пыльный весь. Это я у крыс там сейчас убиралась. А у них пылище просто невозможно. От зерна пыль. Луч, слезай. Что, не дали тебе? Надо тебя взвесить. 178 грамм УХЗ, я не знаю. Надо кутушу еще взвесить, попробовать тогда, наверное. И тебя, да? Такой, что меня, зачем меня? Сто девяносто. Так, там лучик ХЗ, по-моему, стукает. Вы что делаете? Все, ХЗ убежал. Ай! Все. Угу. Второй раз мы выносим лучик отсюда. Сейчас тебя взвесим еще, слышишь? Я, правда, вот он не будет нифига, мне кажется, сидеть спокойно. Иди сюда. Мне прям нравится такой. Луч, будешь моим стилистом. Ужас. Мне кажется, я не смогу его так взвесить. Я его даже обхватить не могу. Он настолько жирочек просто, шарик жирненький. Луч. Как тебя взвесить? Не получится. Ты можешь просто вот здесь посидеть? Стой! Просто посидеть на весах. Ну вот. Да, давай почешем тебя. Пойдем взвесимся. Там сейчас все это. Вот, сиди, сиди спокойно. Охренеть! 236 грамм. Я никогда в жизни не видела сыча домового с таким весом. Луч-то вообще нормальный. Очень, конечно, возмущен. И это все благодаря тому, что он на морозе сидит. 236 грамм. Лучик, ты вообще... Все еще 236. Надо, может, весы, что-то мы это, ну-ка. Нет, нормально. Ну, плюс-минус 2 грамма. Они заглючили.
Выключайся. Вот, выключились. Луч. Пипец ты просто. При этом как бы он ест насекомых сколько захочет, а я не знаю, сколько он ест, потому что здесь ящики открыты, и вот тут коробочка за фобосами лежит. Но он немножко ест в день, потому что вот эту вот порцию, вот я ему насыпала вчера, не знаю, она не уменьшилась, и он будет есть где-то дней 5. Ну, значит, он что-то собирает, что вот бегает по полу, а это сверчки в основном. И я ему даю... одну или две головы цыпленка в день. То есть утром кладу и вечером кладу. Причем часть он прячет, не съедает. Я не знаю, чем он питается, но вот этот жирочек он себе, скорее всего, накопил за счет того, что он сидит на улице на холоде. Да? Сыч кирпич. Всех сычей сравнили. В общем, самый легкий у них у нас ХЗ. Я, кстати, не помню, а сколько он весил раньше. Вообще не помню. Надо будет где-то поискать. Ну, ладно.